Тёпочкин, пора домой. Ну что, великий игрок, много мячей забросил? Мам, ты ничего не понимаешь. Я просто тренируюсь. Беда с тобой. Ты должен готовить себя к солидной карьере, а не летать с зонтиком. И не хочу быть солидным. Я хочу быть сильным. На футбол идем играть! Вы куда? Играть в футбол. Я с вами! Нет, братан! За пять все испортишь! Серега! Алёха где? Серёга! Где мы? Иди сюда, Алёха! Ой, это за город! Мы нас бросили! Смотри, где мы? Ёлы-палы, куда нас бросили? Где тут шоссе? Вон там! Молодец, салага! Будешь настоящим десантником! Никаких десантов! Там одни мужики и жуткая дисциплина. Ну, мама! Хватит, завтра же пойдешь поступать в институт. Ты чей, ребенок? Я Степочкин! А Степочкин? Знаю, знаю. Из хорошей семьи. И что ты хочешь? Хочу служить в десанте! В десанте? Не, дитё, таких в десант не берут. Иди-ка домой, пока я твоей маме не пожаловался. Воздушная тревога! Здравствуйте, товарищи призывники! Я старшина Кулебяка. Ну, орлы, кто хочет настоящих мужских приключений? Я хочу! Ну что, поехали. Призвали Степочкина, вы меня слышите? Я понял, пришла на связи. Степочкина призвали? Да, это действительно кошмар. Куда он уехал? Туда. В десант. В десант? Боже, он же там погибнет. За мной.
Черт, куда же он делся? Это что? Пополнение, товарищ комбат. Пополнение? Ой-ё, продали родину, развалили армию. Покидают костромские края, дембеля, дембеля, дембеля. Что, деды, бездельничаем? А ну марш в казарму, и чтоб через час там все сияло, как в Эрмитаже. Есть, товарищ майор. Есть, товарищ майор. Чтоб все сияло, как в Эрмитаже. Ага, метнулись, как молодые. Здравия желаю! Ой, кто это? Это же я, Степочкин! Вы же сказали, что я стану настоящим десантником! А, узнали, салага, узнали! Какими судьбами в наших краях? Хочу стать такими, как вы! Такими, как мы? Какой бравый солдат! Ну что, Кузя, поможем молодому бойцу? Непременно, Сан Саныч! Салага, ты знаком с шахматами? Да! Пол в туалете, салага, должен сиять, как шахматная доска. И куда ни взгляни, в эти майские дни, всюду пьяные ходят они. Молодец, салага! Выражаю благодарность! Уроды мамины, микробы тифозные, до конца службы будете заново строить. А когда я буду с парашютом прыгать? С парашютом? Да никогда! Будешь траву в зеленый цвет красить, ясно? Дорогая мама, я служу в секретном лесу. Не переживай за меня. В нашей части царит порядок и строгая дисциплина. Порядок и строгая дисциплина? Это где же такая часть? Не знаем. А где этот секретный лес? А у нас все леса секретные. Ну что ж, будем искать. Здравия желаю, товарищ генерал! Слышь, майор, а почему у этой казармы странный вид? Результат учения, товарищ генерал! Плохой результат, майор, плохой. Что, не могли совсем взорвать? Виноват, товарищ генерал! Товарищ генерал, может, рюмочку чая? А что ты тут делаешь, солдатик? Траву никак красишь? Так точно, товарищ генерал! Ух, какой орел! Прямо как я в юности. Так ты ее неправильно красишь. Дай-ка, внучек, я тебе покажу, как надо. Когда я был салагой, траву я красил вот так вот. Когда я служил у товарища Буденного. Да. Вот. Ну, как служится, внучек? Нравится? Так точно, товарищ генерал. Вот только...
Что? Обижают? Дедовщина? Нет. С парашютом не дают прыгать. Как так? Майор, почему молодым солдатам не позволяют заниматься боевой подготовкой? А если завтра война или какое другое мероприятие? Так, ну-ка подай сюда парашют с самолетом. Что за фокусы? Почему летаем не вниз? Удельный вес тела по отношению к плотности воздуха. Что? А ну живо вниз, ботаник! Не могу. Да, феномен, Тишкин кот. Ну ничего, внучек. Главное — учиться, учиться и учиться. Где ж мой сынок? Жив ли, здоров? Гражданин, вы не знаете, где Степочкин? Тайга! На оленя охотился, на медведя охотился, на Степочкин не охотился. Новый зверь появился, однако. Сан Саныч, дайте пострелять. Ни за что. Мне дорога моя жизнь. Сан Саныч. Знаешь, Кузя, а ведь это хорошо, что он служит именно у нас. Почему? Если бы он был ракетчиком, то развязал бы ядерную войну. Никогда, никогда я не стану настоящим десантником. Десант! Кузя, либо мы сделаем из него настоящего десанта, либо он нас убьет. Значит так, салага, начинаем урок номер один. Стоп!
Что-то у него не так. Да он просто маленький. Точно. Сейчас исправим. Ай! 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 Так, теперь его надо утолщить. Вот, становишься человеком. Можно переходить к уроку номер два. А? А? Уже лучше. Что-то я Степочкина последнее время не вижу. Не к добру это. Кулебяка, добей меня, чтобы я не мучился. Господа, ду успокинглиш? Оу, нау, Степочкин нет. Степочкин! Ну что еще? Степочкин! В мишень попал! Что? Что? Прямо в мишень? Не может быть! Алло, что? Не понял, кто попал и насколько попал? Степочкин? В мишень? Господа, я вынужден сделать важное заявление. Наши вооруженные силы вышли на новый стратегический уровень. Степочкин, на гауптвахту отправлю. Быстро вниз. Ты что, паразит, на внучика орешь? Я тебя самого на губу отправлю до самой пенсии. Товарищ генерал, срочное сообщение. Что еще? Нас приглашают на международное учение. Приглашают? Поедем. Джентльмены, разрешите наши совместные учения десантников всего мира считать открытыми. We'll be right back.
засекли в эфире позывной Степочкин. Где это? Вот здесь. Итак, господа, мы начинаем главный этап учений. Победит тот, кто первым водрузит на ту гору свой флаг. Технику и авиацию использовать запрещено. Эй, Пол! Разрешите, я пойду вперед. Ну, Степочкин, не подведи. О, это есть против правил. Кто это? Это наш Степочкин. Степочкина не видали? Мама! Ой! Ой, отпустите меня! Какая я вам к черту мама! Степочкин! Что тут происходит? Степочкин? Мама. Мама? Степочкин? Сынок, что же они с тобой сделали? Гражданочка, позвольте выразить вам благодарность за воспитание сына. Сержант Степочкин — лучший боец воздушно-десантных войск. Какой ужас! А как же твоя деловая карьера? Мам, я тебе все объясню. Ну как это у него получается? С парашютом и вверх. Просто службу свою любить надо.